Инспекторы ГИБДД провели очередной профилактический урок для школьников. На этот раз местом проведения занятий стал автогородок, открытый в мае этого года в Центральном парке Люберец. Какие правила дорожного движения выучили дети, расскажем в следующем сюжете. Какая железнодорожный переезд, видишь? Как красный горит, ехать нельзя. Ты двигаешься только, когда у нас горит белый. Белый. Все, начинай движение. В этом автогородке все как на настоящей городской улице. Пешеходные переходы, проезжая часть, светофоры, дорожные знаки и даже остановочные павильоны и заправочные станции. Здравствуйте, какой вам бензин? 92-й. Но в отличие от реальной городской среды, здесь есть право на ошибку, ведь на промахах, как известно, учатся. Как правильно вести себя на дороге, детям наглядно показывает инспектор ГИБДД. Благодаря новым светофорам в этом автогородке, значит, школьники могут научиться правильно кататься на велосипедах, также правильно переходить по зебре, по пешеходному переходу, если ты находишься на велосипеде либо на самокате, то есть держа рядом с собой это транспортное средство. Мы проводим это занятие с целью адаптации участников дорожного движения после школьных продолжительных каникул. Нас учили правилам дорожного движения. Даже некоторым, за то, что они нарушили правила кое-какие троим, дали штраф. Красный цвет – стой. Желтый – внимание, вперед, иди. Ну, как я сказал, надо смотреть по сторонам после зеленого. Подобные профилактические уроки в автогородке сотрудники госавтоинспекции проводят регулярно. График составлен до конца учебного года. Кроме того, обучающий комплекс открыт для всех посетителей Центрального парка. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.